Доброго ранку. Сьогодні ми у гостях в обласної федерації бодібілдингу та фітнесу. Привід дуже приємний, тому що 5 років тому федерацію було створено. Зазначу, що до цього часу фактично спортсмени, які були в нашому місті з силових видів спорту, виступали самі по собі. Могли поїхати там в Київ, в Харків, Черкаси, але не представляли федерацію. І це були якісь такі поодинокі випадки. Але з 13-го року федерацію було створено, і вже ми знаємо, на сьогодні є чемпіони світу, чемпіони України з бодібілдингу, фітнесу. У нашому місті були змагання, які дійсно були візитною карткою нашого Кропивницького, і на них приїжджали навіть, скажімо, зірки такого високого рівня, які виступали на світових змаганнях. І таке буде питання перше до вас. Давайте маленький такий екскурс в історію. Наскільки було складно в 13-му році створювати федерацію, і що ми маємо на сьогодні? Добрый день, Александр. Очень приятно, что вы посетили уже кое раз нашу федерацию. Вы у нас частый гость и даете возможность нашей федерации информацию нашим кировоградским спортсменам. Для нас это очень важно. Федерация действительно была создана в 2013 году. Мы влились в Всеукраинскую национальную федерацию Киева, которая непосредственно является федерацией FBB Украины. В ней, в этой федерации американской, являются очень классные, на мой взгляд, спортсмены, такие как Арнольд Шварценеггер, которые в истории бодибилдинга, такие знаменитые спортсмены, как Джей Катлер, такие как Ронни Колман. Наша федерация действительно дает возможность ездить на турниры, турниры, которые происходят в различных городах Украины, также в городах Европы, ну и всего мира. У нас действительно Кировоград и Кировоградчина славятся очень классными, крутыми спортсменами в сегодняшнем сленге. И наша федерация дает возможность развиваться спортсмену на различных уровнях, на различных соревнованиях, что касается и бодибилдинга, и фитнеса. Также в наших номинациях появился и детский фитнес. Это тем, кто занимается гимнастикой, тренерам, которые ведут школу гимнастики. Это было бы очень, как бы, интересно, если это заинтересует информация наших тренеров с спортивной гимнастики. Вы можете найти всю информацию на сайте Федерации бодибилдинга Украины. Там полностью есть все в развернутом, хорошем, качественном виде. Также в этом году у нас появилась очень хорошая спортсменка, спортсменка с очень хорошими результатами. Я благодарен нашей спортсменке за ее упорство, за ее труд, за то, что она отстояла этот титул для Кировоградской области во всей Украине. Также я благодарен спортсменке этой за то, что ей не безразлична федерация и все, что может эта федерация ей дать, все ей возможности. Мне бы хотелось, чтобы она могла рассказать о себе сама, ну, чуть больше, наверное, чем могу добавить я. І ця спортсменка, про яку вже зазначив президент обласної федерації, це Надія Столярова, яка виступає у бодіфітнес. Отже, я думаю, що цей вид спорту досить непростий і, мабуть, потребує дієти і змагань, і тренувань. В такому жорсткому ритмі, мабуть, ви живете. І розкажіть про те, коли ж ви його обрали, і не жалкуєте про те, що прийшли в силові види спорту. Прийшла я в цей спорт 3 роки тому, як всі, мабуть, починаючі спортсмени приходять привести себе в форму. Вот. І в тот же год, когда я пришла, у нас в зале увидела объявление про соревнования в Кировограде были. Спасибо вот федерации, организовывали такой турнир. Я пошла, посмотрела. Интересно было посмотреть на девочек, бикини и там другие номинации. Загорелась, решила, что я не хуже, могу попробовать. Попробовала. Год готовилась, первый раз вышла в номинации бикини в ростовой категории до 163. Вот. На следующий год перешла в другую категорию, бодифитнес. Это более такая уже помощнее категория. Доехала до Украины, стала вице-чемпионкой Украины в категории бодифитнес до 163. Спасибо опять же федерации, потому что помогли и документами, и финансово. Вот. Надеюсь, не разочаровала.
Також ще одна героїня нашої програми – це Валентина Саласенко, яка все життя фактично у спортивному залі, але у 12-му році відкрила для себе силові види спорту і з тих пір займається ними. Я знаю багато дуже досягнень. Як складно себе тримати постійно у формі і конкурувати на рівних з такими сильними спортсменками з інших міст України? В 2012 году я вернулась к силовым тренировкам. До этого я была в декрете, занималась ребенком. И подружилась с железом. Если до этого я ходила в зал чисто для себя, это были легкие упражнения с легкими весами, беговые дорожки. Я посмотрела, как занимаются некоторые девочки, и смотря на них, думаю, ну я ведь не хуже, я ведь тоже так могу. Вот мне именно, я восхищалась, и мне нравилось. Мне нравились формы, хотя для некоторых говорят, фу, это некрасиво, перекачанное. В расслабленном состоянии эти девочки выглядели очень шикарно и очень красиво. Мышцы видны только тогда, когда ты занимаешься с весом или когда ты принимаешь определенную форму. А так для жизни это очень красиво. Перекачаться, как некоторые говорят, для девушки, для женщины это нереально, природа, это не заложено. То есть мужчины, да, у них для этого есть гормон тестостерон, а женщины, какое бы железо ты ни тягала, как бы ты там ни качалась, ты никогда в жизни без помощи препаратов, дополнительных гормонов, ты не перекачаешься. Поэтому девочки, которые боятся идти в зал, боятся заниматься железом, не стоит этого бояться, потому что именно железо, именно силовые тренировки – это тонус мышц. Одним только бегом тонуса не достичь. То есть бегом сбрасывают вес, но при этом остается дряблость. Вес уходит, а дряблость остается. И для того, чтобы мышцы были в тонусе, необхідні силові тренування. Василь Миколаївич, от якраз говорила дуже цікаво Валентина про те, наскільки потрібно спортсменам займатися і не тільки тренуваннями, а дієтами і так далі. А наскільки федерації вдається донести все це до наших багаточисельних залів? Знаємо дуже багато залів в нашому місті. Наскільки вдається з ними співпрацювати, по-перше, і по-друге, наскільки ваш вид спорту став масовим за ці роки? Вопрос дійсно хороший. Я повністю підтримую Валентину во всем ее сказанном. Она действительно правильно все говорит. И хочу добавить еще от себя, как президент Федерации. Президент Федерации должен сделать работу, соединяющую Федерацию и залы воедино вместе, для того, чтобы у нас получился хороший результат, чтобы те спортсмены, которые приходят в спортивные залы и хотят достичь каких-то результатов спортивных, разрядов, удостоверений, корочек на кандидата мастера спорта, на мастера спорта выполнить, поехать за границу выступить в соревнованиях и даже такие возможности, как на Arnold Classic попасть, на ту же Олимпию. То есть все это можно сделать через нас. Мы максимально делаем так, чтобы донести ту информацию, которую дает федерация до наших спортсменов. Но, к сожалению, на местах люди, которые держат и содержат спортивные залы, не очень-то хотят работать в этом направлении. Соответственно, у людей есть надежда заработать, а как бы развивать этот вид спорта и дать спортсмену будущее в этом виде спорта, они не очень-то на это делают удар. Да? То есть мы пытаемся, конечно, делаем ту работу, которая зависит от нас. Но, к сожалению, не все такие, как вот у нас есть спортсменка, Наденька Столярова, которая выполнила кандидата мастера спорта, которая получила корочку, которая стремилась для того, чтобы получить тот или иной результат в этом виде спорта, стать лучшей спортсменкой Кировоградщины. То есть таких, они есть у нас хорошие спортсмены, но они не в состоянии довести всю эту ситуацию до логического конца. И действительно показать, что у них есть удостоверение, которое подчеркивает или кандидата мастера спорта, или самого мастера спорта. И я прошу всех тренеров, всех владельцев спортивных залов, обращайтесь к нам в федерацию, не стесняйтесь. Это будет только развивать наш вид спорта. Он будет давать возможности вашим спортсменам, которые украшают вас, зал, да, они в состоянии будут получить те награды, те документы и показать результат
в первую очередь вашего зала. Якраз Василь Миколаївич згадав про посвідчення кандидата у майстри спорту України, яке здобула Надія Столярова, ось це посвідчення. І я знаю, що ви до нього йшли не один рік. Наскільки це було складно і цікаво здобувати таке посвідчення? Сложно, но если есть цель, все достичь практически реально. И не важно, сколько это времени займет, потому что если хочется, значит надо делать. Да, это ресурсы, да, это силы, да, это время. Там ну, можно пожертвовать многим, но оно того стоит. Потому что это посвящение можно получить только дойдя до Украины и войти в тройку, как минимум. Вот, это была моя вторая Украина. Первая у меня была не очень. Но я не остановилась, руки не опустились, потому что хотелось. Это только начало, вот, кандидат в мастер спорта. Там есть еще мастер спорта, да, и мастер спорта международного класса. И опять же, это цель, буду к ней идти. Надеюсь, федерация будет помогать. Я уверена в этом. Є також досягнення і Валентини Саласенка. Отже, Валю, розкажіть про те, на яких змаганнях ви перемагали, де здобували медалі, і, можливо, яка вершина ще поки що не підкорена. Ну, первый раз я ну, не буду врать, было очень страшно, очень, опять же, это позирование, когда оно на сцене, ну, если до этого девочки, которые там где-то танцами занимались, то есть сцена для них была родная, они себя чувствуют тут как, ну, как дом родной, им легче. Когда я со сценой не была вообще никак связана в жизни, было тяжело. А именно в моей категории фитнес-бикини это играет очень большую роль, как девочка себя покажет. То есть там больше надо играть, ну, играть, то есть преподнести себя судьям, зрителям, красиво себя преподнести. Ну, я, естественно, чуть-чуть была зажатость, это мне... Немного помешало, но тем не менее я стала бронзовой призеркой Кировоградской области. На своих первых соревнованиях я считаю, что это хороший результат, можно было двигаться дальше. Но, конечно, на этом останавливаться я не собиралась. Но опять же, семья, ребенок чуть-чуть перетягивали, занимали время и на себя... Оставалось его не так уж много для того, чтобы... Этот спорт требует очень много времени. Очень много вот в этом питании, понимаете. Мне приходилось готовить себе отдельно, ребенку, дитю с мужем отдельно. Это тоже тяжело, питаться отдельно и готовить отдельно. Хорошо, когда твоя половинка ест ту же спаржу, что и ты вместе с той гречкой. Но не может, например, мужчина кушать спаржу з гречкою все время. Нам, женщинам, в этом плане легче. Скоро будемо бачити в нашому місті знову ж таки змагання з бодібілдингу та фітнесу. Розкажіть, що це буде за турнір і коли він буде відбуватися? У нас 15.04.2018 года в філармонії, як обычно, ми проведемо турнір, відкритий кубок Кіровоградської області. Ми ждемо всіх спортсменів з усієї України. Як правило, це вся Україна приїжджає к нам. Все спортсмены достаточно довольны нашим проведением этих всех турниров. Я думаю, что мы не подведем. Так что мы всех ждем спортсменов, просим их готовиться к этому турниру, приезжать. Ну, и огромное спасибо за участие. Підсумовуючи, зазначу, що крім змагань, які будуть у нашій обласній філармонії на сцені, які завжди яскраво проходять на дуже високому рівні, і цього разу, знову ж таки, як уже зазначив президент Федерації, зберуть багато спортсменів і бодибілдерів, і ті, хто займається фітнесом, сьогодні, у неділю, о 12-й годині у нашій спортивній школі «Зірочка» або спортклубі «Зірка», який відомий нашим кропивничанам і жителям також області, будуть відбуватись змагання Кубка області «Жимолежачі». Тобто ті, хто бажає сьогодні подивитись на змагання наших силачів і представниць прекрасної половини людства, також можуть завітати на ці змагання і, думаю, там ми з вами і побачимося.